И в начале о смертельном ДТП под Вятскими Полянами. Там пенсионер за рулем Рено Дастер не заметил и сбил в темноте пешехода. После удара мужчина скончался. Детали этого и других аварий за выходные узнаете в нашем ежедневном обзоре. Авария произошла в пятницу вечером. Пенсионер за рулем Дастера не заметил пешехода. 67-летний мужчина-водитель автомобиля Рено Дастер по предварительным данным совершил наезд на 50-летнего мужчину-пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия мужчина-пешеход погиб. Похожее смертельное ДТП произошло в воскресенье в Слободском районе на 10-м километре дороги Киров-Белая Холуница. По предварительным данным, 56-летний водитель Рено Сценик наехал на пешехода, который находился на проезжей части. Как уточнили в ГИБДД, без цели перехода. В итоге мужчина погиб, сейчас следователи выясняют его личность. В этом же районе неудачно отъехал от обочины 29-летний водитель «Шевроле Нива». На 647-м километре дороги Кострома-Ширья-Киров-Пермь он начал движение, и в него врезалась «Лада Ларгус». В итоге пострадали трое – это оба водителя, а также 41-летняя пассажирка «Универсала». В Омутнинске встретились две «Калины». По предварительным данным, водитель серого авто врезался во встречную машину черного цвета. Обе «Лады» получили серьезные повреждения, травмировались водитель и пассажирка черной «Калины». Медики оказали пострадавшим помощь. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.